ПРС 2.0. Если раньше у нас была какая история, что нужен отдельно скрытник, отдельно разгрузка и отдельно там штурмовой какой-то комплект, то здесь мы это все воплощаем в контексте одного изделия. Тут, можно сказать, ядро нашего комплекта, разбирая который, мы можем получить огромную разгрузочную систему, то есть разгрузочный жилет для действия на пересеченной местности, где не требуется повышенное бронирование. Дополняя разными модулями, спинным, боковыми, мы получаем уже полноценный жилет. Если мы отсюда будем вытаскивать бронеплиты, да, то у нас получится противоосколочный жилет. Вот, например, здесь у нас представлен противоосколочный жилет. Все то же самое, только нету плит. Актуален для применения экипажами техники. Здесь вот конкретно у нас полный такой вот танковый комплект. О нем поподробнее сейчас расскажем, но закончим с жилетом. Значит, МРС 2.0, он воплотил в себе все самое позитивное, все самое лучшее с первого МРСа, да, то же самое, что у нас КБС стрелок было, вот, но с некоторыми дополнениями. Здесь жилет всегда у нас постоянно укомплектован, получается, полукорсетом, который так же, как и на МРС 1.0, может регулироваться по росту и размеру, не снимая себя. Если обычная история, это типа ты надеваешь на себя жилет, подгоняешь, там удобно, неудобно, снял, переподогнал, опять примерил. Здесь ты одеваешь жилет сразу же на себя, подгоняешь по росту и по объему. Сзади у нас две петли, мы их утягиваем, полукорсет обхватывает наш торс, и таким образом мы достигаем как бы оптимальной посадки для любого индивидуально отдельно взятого бойца. Также данный жилет у нас имеет новый боевой пояс, у которого специальная защитная вставка здесь идет. И сам пояс жесткий, не перекручивается, как прошлая модификация, и обеспечивает необходимую защиту и распределение веса. Если раньше у нас функцию распределения веса исполняли такие палки, да, с полимером, то теперь у нас здесь регулируемые. То есть тянем, он поднимается и регулируется под рост отдельно взятого пользователя. Если мы размещаемся в технике, где распределение веса нам не нужно, мы эти палки расслабляем, и жилет усаживается на нас. Более того, этот пояс также может взаимодействовать с новой транспортировочной системой 2.0. Если раньше у нас, скажем так, рейдовый рюкзак состоял из рамы грузовой Т-10, которая состояла из рамы и пояса, на которой навешивались дополнительные модули типа грузовой площадки или грузовых мешков, то сейчас у нас отдельно взятая рама, которая может устанавливаться в боевой пояс, специальные приливы здесь. И таким образом транспортировочная система не конфликтует с разгрузочной системой. Это позволяет нам сделать такой удобный комплект, который, ну, просто очень-очень удобно применять. Также помимо пояса, рюкзак может крепиться к жилету спереди. То есть здесь лямки встегиваются, и получается закрытая система жилет плюс рюкзак. Но это также не исключает возможность ношения вот этой истории отдельно от жилета. Также вспоминаем логика МРС 2.0. Если раньше нам нужен был отдельно взятый скрытник, отдельно взятая разгрузка и отдельно взятый штурмовой жилет, теперь здесь все в одном воплощается. Та же история у нас и с новой транспортировочной системой. Раньше у нас был ранец штурмовой, патрульный и рейдовый. И теперь это все у нас базируется на одном изделии, которое можно разбирать. Здесь, например, ранец патрульный может использоваться в качестве клапана рюкзака. Бобровый хвост также может быть отстегнут и использоваться здесь в качестве дополнения. Более того, рюкзак вот этот данный, он у нас имеет изменяемый объем. То есть вот это и это один и тот же рюкзак, у которого мы расстегнули определенный клапан и получили дополнительные 15 литров объема. Носить рюкзак можно как самостоятельно, как вот Т-30, всем хорошо известный, входящий тут, в том числе в КБС-стрелок. Также можно, опять же таки, встегивать его в жилет, как это здесь и продемонстрировано. Вот.
Вот, это вкратце, если говорить о МРС 2.0 и ТС 2.0. Поддевать куртку флисовую, кофту, да, то уже получится демисезонный костюм. Накинем сверху куртку утепленную, брюки утепленные, все, у нас уже такой закрытый комплект. Соответственно, здесь, как уже говорил ранее, представлены элементы биоака, то получится уже такая вот закрытая система с меньшим, с использованием меньшего количества изделий. Что касаемо открытого доступа, по линии ГОС, для ГОС-заказчика, вооруженные силы, там, силовые структуры, комплект будет иметь погоны и вышитую кокарду на головных уборах. На коммерческой линейке не будет погон и будет площадка велкро. Вот и все отличия. Остается только ждать. Были именно наши решения. Значит, шлем, это здесь полуухая версия, будет также полноухая, безухая и для танкистов. Вот для танкистов я ее только что показывал. Шлем при сопоставимой массе и площади защиты 6B47 имеет класс защиты BR2. Из интересного, здесь у нас свой собственный шрауд, цельнофрезерованный, держащийся на одном винте. Почему на одном винте? Потому что чем больше винтов, тем сильнее, тем меньше как бы защитная структура получается. И решение как бы вот этой вот горизонтальной качки нашлось с помощью вот такого вот нового материала Tegris. Он имеет малый вес, но при этом очень высокую прочность на нагрузке. Чем-то на карбон похож. Да. Рельсы Cayman и подвесная система, которая разрабатывается совместно с российской компанией Marlin. Это некоторая такая вот промежуточная тема между парашютиками стандартными, да, и подушками. То есть обеспечивает вентиляцию, качественную посадку на голове и лучшую защиту от запреградной травмы. То есть можно примерить, если хотите.